Сегодня вопросы обеспечения занятости решаются, охватывая в том числе людей, включенных в списки женской тетради. Это можно видеть на примере нового предприятия, созданного в Бучтепинском районе столицы при практической поддержке Федерации профсоюзов Узбекистана. В настоящее время в женскую тетрадь включены 15 347 проживающих в столице соотечественниц. Обеспечена занятость 4565 из них. Обучены профессиям еще 757. Работа с нуждающимися в социальной защите женщинами дает свои положительные результаты и в Уштепинском районе, где по инициативе Федерации профсоюзов Узбекистана организована деятельность современного предприятия, что позволило трудоустроить 30 представительниц прекрасной половины, в частности, из таких махалей, как Кокча, Охтепа имени Абдуллы Кадыри. До конца текущего года число рабочих мест достигнет 100. Выступившие на торжественном открытии производственного объекта отметили расширяющиеся масштабы созидания, возможности в плане обеспечения занятости населения. Обеспечивается занятость нуждающихся в социальной защите представительниц прекрасной половины. Мы будем стараться расширять мероприятия в этом направлении. В нашей махалле более 50 из них были включены в женскую тетрадь. Решая их проблемы, вопрос трудоустройства, они выведены из этого списка. И эта работа будет продолжена. Воспользовавшись созданными для предпринимателей широкими возможностями, в преддверии 30-летия независимости страны организовали современное производство. Нам оказана финансовая помощь ташкентской городским советом Федерации профсоюзов Узбекистана, обеспечены работой, состоящей в женской тетради соотечественницы. Изделия из чистого хлопка предназначены для детей в возрасте до 8 лет. Намерены до конца года увеличить рабочие места до 100. Здесь производится детская одежда. Отдельное внимание качеству и дизайну изделий. В процессе работы в основном мы пользуемся яркими цветами, учитываем все детали, чтобы одежду было удобно носить. А рисунки и изображения героев мультфильмов делают этот процесс еще более интересным. То есть изделия выпускаются на основе глубокого изучения спроса на них. В будущем намерены экспортировать продукцию. Предприятие расположено в самой махалле, что создает дополнительные удобства для работающих здесь женщин. Очень рада открытию нового предприятия в нашем махалле. Оно находится рядом с домом. Условия очень хорошие, в том числе и заработная плата. Хватает времени и для воспитания детей. Производим сезонную одежду. Отдельное внимание ее качеству. В современном производственном комплексе продолжают традиции мастер-ученик. Долгое время занимаюсь швейным делом. По инициативе президента создаются хорошие условия, открываются новые рабочие места, благодаря чему введено в строй и это предприятие, куда поступила на работу и я. Мы очень благодарны за это. Такой подход не только расширяет возможности по обеспечению занятости женщин, повышению их семейных доходов, уровня благосостояния, но и ускоряет процесс экономического развития страны.